Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 236. События дня. 1 Петра 4:7. Впрочем, близок всему конец. 4 августа 2016 года. Считайте сами. Можете потормозить и записать. Посмотрим. Событиях показать, что вот у нас сколько ресурсов, вот мой мир в таком виде, есть еще я с голубем, посмотреть здесь можно писать, и почта легко пользоваться здесь, это большой наш форум, вот он как, 1592 темы, ну и наш православный видеоканал. Очень хорошие модераторы, администрация, программисты, кто составлял это, делал вообще прекрасно. Искать легко по плейлистам. Вот здесь можно тоже давать отзывы, комментарии. Ну и у нас самый большой ресурс — это сайт. Библейский сайт. Тут все мои 38 книг. Вот открыты. И самое ценное — это ответы на вопросы. События дня. Вчера начал работать бульдозер. Целый день провели на лагерном пруду. Многое заснято, потом будет показано. Очень и очень опасная работа была сделана. Почти сделана. Сегодня должны закончить, перейти на другой пруд. По ширине не выходит. Вертикально, крепления нет. Тяжелая техника. И наполовину гусеница зависала напрямую. Для нас это пропасть. Что целые метры большие, где он мог. Ну, просто опасно было. Господь дал хорошего бульдозериста Волка Владимир Иванович. Сегодня второй день, не знаем, как тут будет. Остальные события у нас за пределом. Лагеря нету. Остальные братья работают на ремонте дома. Вот такая здесь непрерывная работа. Даже покормить и то распределили по должности. Ну, кто первый кормит? Спросил я его, записал. Завтрак в 7:30, чтобы у него было, обеда 2 и ужин в 9. Вот вчера он непрерывная работа, если за вычетом обеда работал. Жаркая довольно так была погода. А тем более грохот непрерывный, тяжелая техника. 17 тонн. 11,5 часов работал. 11,5. Вот. Мы дали где гостиницу жить ему. Сестры по очереди готовят. Вчера вот моя сестра готовила, Валентина Тихоновна. И туда, где в поле работали, она там в корзинке, чтобы не подавить, и в большой сумке все принесла. Ну, мы его оставили, сами скорее в лагерь, тут не так для нас далеко, перешли, где плотина, и на обед вернулись. Проходит какое-то время, нам попить надо, жарко. Заглянули в сумку, у него там недоедение, то есть он не распечатал, не то что недоедено, не распечатал даже печенье, еще что-то. А мы с Никитой двое ему помогали, как бы, то, что нужно делать, трамбовать там. И мы это все прибрали
как говорится, к рукам. Не знаю, как сегодня, заправка придет, нет бензовоз, видите, от чего, что зависит. А теперь за 20 километров на сегодня же назначено получать, там уже заплатили, видно, за доски. 6 с лишним, кажется, тысяч кубометр один стоит. Я заказываю кубометры, 5 кубометров, ну и считаю, куда это. При моей-то пенсии 6500 рублей. Шофер, этот тракторист отработал 11 часов, за каждый час 1500, еще умножаю. Это вообще не выскажешь даже тут. Но все необходимо. И находятся люди, которые понимают это, помогают. Ясно, что я дело имею не со своими деньгами, а какие свои? У нас ни у кого ничего нету. Работают ребята, вот их тут трое. И все бесплатно. Ну, осенью где-то что-то там останется. Там я уже помаленечку дам. У самого минимальной пенсии. Вот такой прошедший наш день. Богу нашему слава во веки веков.